пока так не спеша раскатываются из собственной зоны. Передача от Подгранки очень неплохая. Бросок, касание. Вот это было здорово. Ну, пока Михаил Анисин без набранных очков. Может, мы сегодня увидим это событие буквально. 4 матча, 0 набранных очков. Плющев и в Акварсе играл Дмитрий Квартальнов. Передача, бросок, Кёскинен. Здорово играет. И великолепный сейв Кёскинена после броска соотечественника Петери Виртанен.